студии с выпуском новостей Амир Кедрасов. Здравствуйте. В администрации города состоялось расширенное заседание Координационного совета по профессиональной ориентации и профессиональной адаптации молодежи в городском округе. Члены совета рассмотрели поступаемость выпускников в образовательные учреждения города, их дальнейшее трудоустройство и обсудили имеющиеся проблемы. В ходе совещания также были названы вакансии на предприятиях нашего города. Какие? В нашем первом материале. С каждым годом все больше кумертауских выпускников школ уезжают учиться в другие города. При этом на предприятиях ощущается нехватка инженерно-технических кадров. Решение этой проблемы остро стоит на повестке дня Координационного совета по профориентации молодежи. На очередном заседании были подведены итоги проекта «Развитие кадрового потенциала в городе Кумертау». Он был запущен в феврале текущего года. Программа предусматривает как модернизацию системы дополнительного образования, так и взаимодействие школ, профессиональных учебных заведений и предприятий. Нашей задачей общей остается координация работы по профориентации, подготовке персонала по приоритетным направлениям деятельности предприятий города и по взаимодействию учреждений образования и предприятий города. В этом году вузы и СУЗы родного города выбрали лишь 55 выпускников школ. В прошлом году их было 73. Такие данные были представлены управлением образования. Сфера в этом году столкнулась и с проблемой нехватки учителей. У нас наблюдается нехватка педагогических кадров. Очень было сложно к началу этого учебного года найти математиков, физиков, учителей английского языка. Поэтому у нас на базе гимназии открылся в этом году ресурсный центр, который активно работает с БГПУ имени Акмуллы и по привлечению детей к педагогической профессии, мы будем прорабатывать с ними этот вопрос. Много внимания в городе уделяется популяризации профессии технической направленности. Работа начата на уровне модернизации системы дополнительного образования, а именно реализации проекта «Технопарк» на базе Центра детского творчества. О первых итогах работы рассказал директор ЦДТ Алексей Докукин. По его словам, для полноценной работы требуется техническое оснащение. В свою очередь, профессиональные учебные заведения предлагают весь спектр образовательных услуг, причем для кумертаусов предусмотрены льготы при поступлении. С получением специальности в местных вузах и СУЗах есть возможность трудоустроиться в родном городе, например, на предприятии КОМ-АПП. На сегодняшний день предприятие занимается ремонтом и модернизацией авиационной техники, а также производством новых вертолетов. Объемы производства увеличиваются с 2016 по 2021 год в разы. А следовательно, предприятие будет нуждаться в высококвалифицированных рабочих и инженерных кадрах. Большие перспективы у маслоэкстракционного завода, причем специалисты требуются как в ближайшие дни, так и в связи с расширением производства на 2017 и 2018 годы. Нам необходимо через неделю, уже начинается набор, на вновь построенные в первую очередь элеватора 20 единиц аппаратчиков обработки зерна. Также мы сейчас принимаем транспортный цех, который тоже только что образовывается, 40 единиц водителей. С получением городом статуса территории опережающего социально-экономического развития в Кумертау планируется реализация различных инвестпроектов, в том числе компания «Магеллан». Она занимается пошивом одежды для спецслужб. Они уже конкретно дали нам свое техническое задание по подбору персонала по 8 своим профессиям: швея, начальник цеха, технолог, раскройщик, механик-наладчик, электрик, кладовщик, контролер АТК. За период с 5 октября, две недели, обратилось 127 человек, из них долю швей, которые изъявили желание работать швеями, составило 53 человека, 40% порядка. И самая большая популярность после швей пользуется специальность кладовщик. Заинтересованы в сотрудничестве также крупные предприятия по пошиву школьной формы, детской одежды. Инженерно-технические специальности будут востребованы для будущего завода по производству зерноуборочной техники. В завершение заседания заместитель главы администрации Наталья Лапшина дала поручение образовательным учреждениям предоставить данные по подготовке специалистов.
Тем временем в Центральной городской библиотеке прошла презентация книги «Организация и проведение студенческого конкурса профессиональной направленности АТП «Профессия». Авторы рассказали приглашенным гостям об основных целях создания книги и направлениях, в которых может быть использована данная методическая рекомендация. Презентация была организована для руководителей образовательных учреждений, школ, колледжей и высших заведений. При создании книги авторы ориентировались на практическую деятельность, проведенные конкурсы среди студентов. В пособии даны подробные методические рекомендации по проведению мероприятий для того, чтобы помочь учащимся определиться с будущей профессией. Уже несколько лет две наших кафедры, это кафедра естественно-научных и общетехнических дисциплин и кафедра технологии производства летательных аппаратов, разрабатывает вот эту проблематику. Прямо скажем, что идем методом проб и ошибок, и шишки набиваем, иногда и пышки получаем хорошие. И вот эта работа, она, в общем-то, сводится к тому, что мы готовим не только специалиста, инженера в данном случае, но и, конечно, гражданина, креативную личность, гармонично развитую. Самым сложным, по словам создателей книги, был процесс записи своих мыслей. Организация и проведение конкурсов оказались для авторов более простой задачей. Возможно, именно поэтому им удалось написать не только полезное, но и достаточно интересное пособие. Самое интересное в этой книге, пожалуй, то, что нам удалось придумать такое мероприятие, которое раскрывает студента как человека, заставляет его думать, и при этом понимать, что такое его будущая профессия. Проведение подобных конкурсов, по мнению авторов труда, влияет не только на развитие навыков коллективной работы у студентов, но также на их заинтересованность в будущей профессии. Студенты наши сплотились, они стали как одной семьей. И удивительный эффект мы обнаружили. В очередную осень группа выпускного курса просто преследовала нас с вопросом, когда же у нас будет еще проходить такой конкурс, и что мы хотим принять участие. Специфика книги подразумевает проведение мероприятий для студентов, обучающихся техническим профессиям. Но в ней также есть универсальные моменты, которые могут стать полезными для каждого руководителя и организатора мероприятий в школах, колледжах и университетах. Всего надо сказать, что проблема профориентация, она достаточно актуальна в наше время, и возможность удержать интерес студентов к получаемой профессии, стимулировать этот интерес. Вот это, наверное, самое ценное, то, что есть в данной книге, что может заинтересовать преподавателей как высших учебных заведений, так и среднеспециальных. Сотрудниками библиотеки также была отмечена полезность издания как руководства в организации развивающих мероприятий для молодежи в библиотечной системе. Для себя отметила, что со студентами тоже можно проводить конкурсы, только совместно с образовательными учреждениями, вместе с ними на базе нашей библиотеки вместе. Придумывать задания какие-то вместе там и проходить их. Книга была представлена на втором всероссийском образовательном конкурсе профессионального мастерства «Педагогическое открытие», а также получила золотую медаль и диплом участника 29-й Московской международной книжной выставки на ВДНХ. Летние каникулы закончились. Еще в августе многие ребята проводили свое лето в детских оздоровительных лагерях. Как прошел отдых детей летом этого года? Итоги подводили сегодня в здании администрации города. Подробнее расскажет Константин Меркушев. В среду, 19 октября, в здании администрации города состоялась межведомственная комиссия по организации оздоровлению и занятости детей в летний отдых. В зале заседаний собрались члены межведомственной комиссии. На заседании подводили итоги прошедшей летней оздоровительной кампании. В этом году функционировало 3 детских загородных оздоровительных лагеря и 12 центров с дневным пребыванием детей. В общей сложности летом отдохнуло в лагерях 4381 ребенок. Летняя оздоровительная кампания прошла без особых происшествий. У нас на территории городского округа город Кумертау работали 3 летних оздоровительных лагеря, 12 центров с дневным пребыванием детей. Далее были организованы малозатратные формы отдыха, также и трудоустройство несовершеннолетних граждан, это от 14 до 18 лет, которые работали
и различные формы отдыха, такие как праздники двора, которые проводились управлением культуры. На организацию летней оздоровительной кампании из федерального и республиканского бюджета было выделено более 12 миллионов рублей. Из них около 1 миллиона рублей было выделено на отдых и оздоровление детей, оставшихся без попечения родителей. Из муниципального бюджета было выделено 500 тысяч рублей на проведение профильных лагерей и 150 тысяч рублей на проведение трудовых объединений, которые проходили на базе образовательных учреждений. Все денежные средства, которые были выделены на организацию летней оздоровительной кампании, были освоены вовремя и в полном объеме. Благодаря финансовой поддержке и кропотливой работы членов межведомственной комиссии, отдых детей прошел на высоком уровне. Подготовка лагерей к летнему сезону была выполнена в сроки. Заезды прошли в соответствии с графиком заездов, то есть ни один заезд не был сорван, то есть все прошло вовремя. В лагеря были... Дети доставлялись автобусами, которые были обеспечены техническими средствами и в сопровождении машин ГИБДД. Оздоровительная кампания закончилась в августе, и уже на данный момент стартовала заявочная кампания на летний отдых детей на следующий год. Продлится прием заявок до 1 ноября 2016 года, где будет представлен мониторинг по заявочной кампании. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Родительское собрание по вопросам организации и проведения итоговой аттестации учащихся состоялось в районном доме культуры. Подробнее о том, как прошло мероприятие, в нашем материале. Собрание, посвященное государственной итоговой аттестации, традиционное мероприятие для учащихся 10 и 11 классов, их родителей и учителей. На встречу были приглашены руководители образовательных учреждений, а также преподаватели вузов Кумертау и Уфы. По обычаю поприветствовал участников встречи, исполняющий обязанности главы района Ахат Кутлуахметов. Хочу сказать огромное спасибо всем. Дети, вам самое главное – здоровье, терпение, чтобы учились хорошо. Родителям, конечно, тоже терпение, чтобы следили за своими детьми, чем они занимаются, куда они ходят. Конечно, есть дети, которые говорят, а я сам знаю или сама знаю. Мама не учи, папа не учи и так далее, и так далее. Вот так, ребята, дорогие, не надо обращаться со своими родителями. И учителя вас тоже настраивают только на хороший лад, чтобы вы учились и получили образование. Еще раз вам всем здоровья, счастья, благополучия, удачи, чтобы вы действительно стали хорошими специалистами. Начальник отдела военного комиссариата по городу и району Рамиль Хайрудинов рассказал о преимуществах поступления в вузы Министерства обороны для будущего молодых людей и о финансовой поддержке военнослужащих. Сейчас есть такое понятие «дополнительные выплаты по физической подготовке». То есть лейтенанты сейчас минимальная зарплата в войсках составляет порядка 50 тысяч рублей. При том, что он получает зарплату, два раза в год он сдает физическую подготовку. Если два раза в год сдает физическую подготовку на высшую категорию, то дополнительно к его зарплате, его дополнительно порядка 15 тысяч идет доплата за то, что человек выполняет соответствующие физические нормативы. Поэтому у нас ребята в войсках получают хорошую, приличную сумму денег. Основные правила по проведению аттестации напомнила учащимся начальник отдела образования администрации Лера Терегулова. Также она подробно рассказала о том, как будут проходить экзамены и об изменениях в условиях проведения тестирования на следующий год. Здесь я больше хочу обратиться к десятиклассникам. В настоящее время рассматривается вопрос об увеличении количества обязательных предметов. Вполне может быть, что в 2018 году вам придется уже сдавать 3 обязательных предмета. Каким будет третий предмет, пока неизвестно. Многие склоняются к тому, что это будет история. То есть это еще один повод уже с 10 класса серьезно относиться к подготовке по всем предметам. Свои выступления подготовили для учащихся и их родители приглашенные гости, преподаватели и директора университетов из других городов Уфы и Стерлитамака. Они рассказали присутствующим о своих учебных заведениях, чтобы старшеклассникам было проще определиться с выбором будущей профессии. В Куйургазинском районе прошел день призывника. На мероприятие, организованное в физкультурно-оздоровительном комплексе «Сокол», были приглашены будущие защитники Отечества, их родители и почетные гости. Под военный марш и аплодисменты призывники строем входят в зал спортивного комплекса «Сокол». Будущих защитников Отечества встречали родители, представители администрации района, военкомата, религиозных организаций, ветераны боевых действий. В своем обращении исполняющий обязанности главы администрации Ахат Кутлуахметов отметил, что армия – это школа жизни, и каждый должен пройти ее достойно.
Ахат Евдатович тепло поблагодарил родителей за воспитание детей, а призывникам пожелал крепкого здоровья, бодрости духа и настоящей мужской выдержки. В адрес новобранцев прозвучало много напутственных слов и пожеланий. А главное, чтобы, выполнив воинский долг, возмужавшими и окрепшими они вернулись домой. Свои выступления для виновников торжества подарили творческие коллективы и сольные исполнители Куюргазинского района. По завершении официальной части праздника призывники показали быстроту, силу и ловкость в спортивных состязаниях. На днях с рабочим визитом в районе побывал министр экономического развития республики Сергей Новиков. В поездке его сопровождал исполняющий обязанности главы администрации Ахат Кутлуахметов. Министр посетил несколько организаций, узнал больше о деятельности предприятия «Ремонтника», осуществляющего производство и ремонт деталей сельхозтехники. На заводе по переработке инертных материалов «Лесагротранс» Сергей Новиков пообщался с руководителем организации Азатом Чебаевым. Узнав о том, что основной проблемой в развитии предпринимательства являются дорогие кредиты, министр сообщил, что сейчас ведется работа по снижению ставок, пообещав и в будущем помогать в решении иных возникающих вопросов. На другом предприятии «Роторфлай», занимающемся производством сверхлегких вертолетов, почетного гостя заметно впечатлили инновационные технологии, разработанные специалистами организации. Сколько весит такая конструкция? Вот он 270 килограммов. Взлетная масса полная, 500 грамм. То есть он, грубо говоря, еще... Да, он весом. Ну, что то, что этот по весу 270 и плюс он 230 килограммов нагрузки. На себя берет, да? То есть два человека и плюс багаж или три человека. Ну, это меньше вес даже, чем у автомобиля ВАЗ-21-06. По итогам поездки министр отметил хорошие макроэкономические показатели в районе по обеспечению прироста индекса промышленного производства, а также положительную динамику в плане привлечения инвестиций. С ответным визитом Куюргазинский район посетили члены Совета ветеранов Тюльганского района. В прошлом году в Тюльгане гостили наши ветераны. Специально для гостей была разработана экскурсионная программа по историческим памятникам. Алексей Тарасов, председатель Совета ветеранов, встретил посетителей и сообщил, что в будущем планируется установить памятники всем шести героям Советского Союза Куюргазинского района, а также увековечить память о героях тыла. Мы решили увековечить тружеников тыла, награжденных медалью за доблестный труд. У нас есть книга, издана в республике, называется «Герои тыла», в том числе Куюргазинский район. 5002 человека там отмечено. Ну, эту работу мы завершаем. В первую очередь гости отправились на экскурсию по Аллее Победы и Славы в Ермолаеве, открытую в мае прошлого года. Увидели бюсты Кинзи Арсланова и героев Советского Союза Анатолия Хохлова и Гарифуллы Арсланова. Лично поприветствовал ветеранов, исполняющий обязанности главы района Ахат Кутлуахметов. Делегации из Тюльгана в качестве подарка куюргазинцам была вручена книга памяти погибших и вернувшихся с войны уроженцев Тюльганского района с письмами фронтовиков. Ветераны побывали также за пределами районного центра в деревнях. Особенно поразило их то, что в каждом населенном пункте установлены памятники и обелиски в честь воинов и тружеников тыла. В завершении поездки гости поблагодарили хозяев, отметив, что тюльганцам есть чему у нас поучиться. Ведь они также хотят оставить после себя поколение, почитающее свое прошлое. Тем временем в Орске завершилось первенство Приволжского федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей 2001-2002 годов рождения. На этих соревнованиях за путевки на первенство России боролись 300 спортсменов из 14 субъектов страны. В составе сборной Башкортостана выступили три воспитанника Кумертауской детской юношеской спортивной школы. Лучшего результата добился Александр Чагадаев. Он в очередной раз стал победителем первенства в весовой категории до 42 килограммов. Александр завоевал право на участие в первенстве России, которое пройдет в ноябре в Казани, сообщил методист Кумертауской спортивной школы Петр Ульянов. Что ж, это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. До встречи на телеканале «Арис».